Я всю жизнь мечтал попасть в шоу-бизнес, но мне всегда не везло. Я находил неприятности даже там, где их и быть не могло. Я так переживал по этому поводу, что у меня стала плохая пачка. Память. Вот видите? Я ништяк! Ничто! От меня ушла выхухоль. Девушка! Выхухоль, вы не знаете эту историю. Но тут мне повезло. Меня пригласили в массовку для съемок гангстерского фильма. И я решил, я сделаю все, чтобы меня заметили. Все, чтобы меня заметили. Ребята, мы лучшая банда этого города. Ни один человек здесь не может нам... Стоять, полиция! Что ты один сделаешь против всех нас? Ну, это мы еще посмотрим. Давай. Не убивай меня. Не убивай, я прошу тебя. А все, помнишь, что мой напарник просил пощады? Все, что угодно. Ай, как больно. Все, что угодно. Еще прям сердце стрельнуло. Мой напарник... Майкл! Нет! Это не Майкл. Босс, я прикрою тебя. Помнишь, мой напарник просил пощады? И он... Я умру, но перед смертью я спою. Там для тебя... Горит очаг, и этот шаг. Продолжайте. Спасибо. Не убивай меня. Хорошо, что не в голову. Длиннее жизни. Пэу-пэу-пэу-пэу-пэу-пэу-пэу. Да ты запарил. Так, стоп, хватит, мне надоело. Ты уволен. Ну и правильно, уволь его. Ничего не делай. Я понял, что в моей жизни нужно что-то менять. И я пошел на работу. Я устроился в подтанцовку к Валерию Леонтьеву. Я одинокий бродяга, любви Казанова. Это было ужасно. Во-первых, я видел вблизи Леонтьева. Во-вторых, я не попадал в движение. Единственное, что у меня получалось, это вот это. Но они делали это так редко, а я так часто. И я потерял эту работу тоже. Зато я приобрел классных друзей. Приятели! Поехали грабить с нами банк! Поехали! Чур, я вперед! Двигаем! А чё стоим? Давид, это Тойота. Это Тойота. Очень Вася. Это Тойота, здесь руль справа. А я думаю, руль не руль. Конечно, руль не руль, это бампер. Двигаем. Копы. Фу. Ненавижу копов. Стекло вытри. Мы едем, нет, я не пойму. Давид, если бы мы ехали, у нас бы волосы вот так от ветра делались. Это же кабриолет. А. Походу, все равно не едем. И тут мои друзья бросили меня. Более того, они бросили меня на полном ходу. А потом... Это была любовь с первого взгляда. Мы увидели друг друга и полюбили. И сразу направились с ней в ЗАГС. Понятно? Девушка, а можно с вами познакомиться? Вообще-то нет. Но я вижу, тебя это не остановит. Конечно, можно. Так я не понял. Марсель. Какое страшное имя, Марсель. Катя. Виолетта, ты Катя? А почему вы одна, Катя? Так я не понял, что пустое место здесь, что ли, я не пойму. А пойдемте в ресторан. Я платить не буду. Пойдемте. Эй! Я заплатил, и у меня поперло. Меня взяли в хор дирижером. А-а-а. Это была
опять не повезло. Я уже чуть не сломался, когда судьба дала мне еще один шанс. Я попал на кастинг фильма «Гладиатор». Я очень переживал, очень нервничал по этому поводу, поэтому сильно похудел. Эй, Максимус, выходи! Драться будем! Иду, иду, сейчас. Иду, иду. Все, быстрее я давай. Дошел. Все, я здесь. Давай. Ну, держись. Постой. Сейчас. Секундочку. Подожди. Не вздумай бежать, трус. Сейчас. Руки у человека растут до 30 лет. Подожди 8 лет, щенок. Сейчас. Помогите! Помогите! К счастью, рядом проходили КВНщики, которые взяли меня в команду. О, смотрите, какой прикольный меч. А давайте меч возьмем в команду. Давайте. Так я и попал в КВН. И вот в конце нашего выступления мы хотим... Мама звонит, я же не могу не ответить маме. Алло, да, все нормально, да. Да, прошли. Хорошо, папе тоже скажи, да. Давай. И в заключение нам бы хотелось сказать... Папа, я же не могу не ответить папе. Алло, да, да. Спасибо. Ага. Послушай, как они радуются. Это только жюри, да. Ага. Ну все, пока, не надо бежать. Ну и в заключении мы... Да сколько можно? Что? А, все, да, валим.